Дмитрий Тарасов снова подал иск в суд по поводу снижения суммы алиментов для первой дочери. Спортсмен отметил, что уже выплатил всю задолженность 3 месяца назад, а сейчас у него и вовсе нет постоянного источника дохода. Но есть младшая дочь, и они с женой ждут ребенка. Тем не менее, Оксана Пономаренко на своей странице в Инстаграм назвала причины, по которым она никогда не снизит требуемую сумму. Женщина отметила, что отец подолгу не видится с дочерью, хотя раньше все время выставлял на показ совместные с ней фото. Также футболист, по словам Пономаренко, отказался подписать разрешение на выезд ребенка за границу. Девочка не поехала на сборы в Грецию и проплакала целую неделю.